В Вязниках будут судить 29-летнюю мать. Ей вменяется причинение смерти по неосторожности 11-летней дочки. Как сообщает Следком, еще в 2-летнем возрасте у ребенка обнаружили тяжелое заболевание. Мать должна была регулярно показывать ее врачам областной клинической больницы и контролировать своевременный прием лекарств. Однако родительские обязанности исполняла небрежно. С 2014 года вообще не ходила с девочкой по врачам, а в 2015 ребенок потерял сознание и умер. Эксперты уже пришли к выводу, что бездействие матери было преступным. Заведенное на нее уголовное дело передано в суд. Следователи проверяют и медиков ОКБ, ведь дети, поставленные на учет, и с их стороны требуют повышенного внимания. Мы полагаем, что медицинским персоналом не приняты все необходимые меры к тому, чтобы понудить недобросовестную маму надлежащим образом исполнять свои родительские обязанности. Врачи обязаны были обратиться в органы опеки и попечительства с тем, чтобы на эту семью обратили особое внимание, заставили маму выполнять те предписания, которые определили медики. В иных случаях органы опеки и попечительства в установленном законом порядке могли бы решить вопрос о временном изъятии ребенка из семьи,